И всем хэшки, с вами мистер Никитосик, и сегодня я поиграю на Майнкрафт Only Watcher в режиме голодные игры. Вот, пойдем. О, Мазда Бог, мочи. У него рожа. Теперь я знаю все. Руда. Я тоже эту куртку. Это случайно не та же самая? Ну ладно. Так, в ту деревню я теперь не побегу, как в тот раз и позапрошлый раз. Побегу в ту сторону. Крипер. Два крипера. Так, ладно. Чтоб ты бомбанул, чтоб вот это убил, и вот это убил. Если ты бомбанешь, слушай, не бомбани только, ладно? Так, ладно, все. Максимум 2000. Герм 2006. Если это дата его рождения, то он сейчас маленький. Ему сейчас 6 лет. 8. Да, 8. Да, вроде как. Да. Так, ладно. Криперы. Поганые. Все. Штанишки. Штанишки это цветовые. Дай мне ботинки. Ботинки дай. Ой, мясо. Мясо. Куда побежал ты еще? Даже это как его. Как он меня бьет? Я ее убил. Нет. Крипер, бомбани по кому. Нифига, я скольких убил. Ладно, побежали отсюда. Сюда, вон туда. Шлемок. Нет, не ногу не подушу. Вот уже неплохо. Уже несколько килов за спиной. И все. Теперь можно идти дальше. Этого случая. Нет, одеваем. Тихо, без шуток. Так, играем. Тихо, побежали за этим чуваком. Чё он разбрасывается стрелами, да? Чё убью? Осталось-то 5 хп у него. Как он так быстро поплыл-то? Тихо. Все готов. Самое главное это заманить. Все, шлем золотой, клево. Все клево. Ну чувак мне не нравится. Будем следить за ним. Не увидим, пожалуйста. Ты чё слабых бьёшь, а? Да и я слабых. Ой, и опять мы пришли в эту деревню. Как бы я не хотел, чтобы мы пришли. Да блин, балабол. Ну чё за ник, а? Не люблю такой. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был мистер Никитосик и утоняшная хрушка.
Ладно, всем удачи, всем пока.